Приветствую, други мои. Сегодня у нас питбайк. Или не питбайк, питбайк. Купил человек. Сказали, есть, все хорошо. Доехал до меня, говорит, что-то стучит. Я говорю, ну помой, приезжай, сделаем. Через полтора часа приволок. Заклинила поршневая. Масло в моторе ноль. Поршневая пришла. Будем устанавливать. Разобрать я уже разобрал. Забрал как бы уже давно. Вон какой красавец. До последнего ехал. Шланги тут эти. О, охлаждение. Ну, видно, да? Цилиндру смерти. Стучал он, потому что разбит в поршне палец. О, вот он и стучал, что уже начинал крах подходить. Это новое. Ну что ты, сука, застрял, как, блядь, а? Есть у меня сайт хороший один. По WhatsApp у меня там все мужик подбирает. И с деком быстро присылает. Вот прислал две поршневых, вторая. Буду... Потом видео покажу. Минск 250, X250. Там буду поршневую тоже менять. Поршневая уже пришла. Все новое. Хороший сайт. Свыше 6000. Доставка бесплатная. С деком быстро 3-4 дня. И тут уже будем ставить. Так, ну что, попытаюсь выбить палец, хотя после как без масла проедут, он оттуда не очень хорошо выбивается. Не очень хорошо, это мягко сказано. Он вообще оттуда не убивается. Вот разбит как поршень палец. Явно палец не крутился уже давно. Раз поршень так разбило. Это все очень печально. Чтобы выбить этот палец, нужно приложить очень много усилий. У меня съемник есть, но под маленький поршень. Придется его, наверное, переделывать. Так, вот у меня выдавливатель пальцев сделан. Но это под 50-кубовый поршень. А поршень сам стоит 160 кубов. Вот у меня тоже был пациент 150 кубов. Вот он меньше, насколько.
Надо вот эту хероту переделать под тут этот поршень, чтобы выдавить палец, потому что по-другому я не вижу. Там, если начнем бить топором, переломаем все. А так хоть, ну, считай, его весь и выдавим. Начнем. Надо шарик, надо вот сюда и вот сюда. Такой, наверное, пойдет.
Ну попробуем, может и влезет. Ну что могу сказать, пошел. Тяжеловато, но идет. Взял вот 19 с голову. Вот так пошел. Вот. Вышел. Шарик. Вот система моя сработала. Ну это еще как бы по-божески он пригорел. Мало проехал, успел он мало проехать. Обычно пригорает. Так что вот он так и накатывает в шатуне зубик такой. И палец не выдрать никак. Тут еще он не успел, он пригорел и разбил поршень просто. Вот такие вот смекалистые смекалки. Вот шарик был подложен. Там он пас тоже. И шариком пошел. Вот новый палец войдет ли? Шатун. Или будешь точить его? Вот и хер. Надо шарошить, потому что там накаталась дорожка. Шатун каленый, шарошишь, ездит. Ну, ходит, не первый шатун. Ну и нормально. Первый раз такого пригнали. Обычно все рядовые мопеды, а тут ТТР-ка. Ну не ТТР-ка. Ну, ТТР-ка, в принципе, маленькая. Так. Ставим поршенек. Колечки я надел уже. Развел их друг напротив друга. Развел их друг напротив. Ин. Значит, впуск. Ставим ин вверх. Такая штопорка неудобная. Еле затолкал. Ну, вставил я штопорку.
Все как бы хорошо. Маслицем. О, вскочил. Короче, не влезет. Вот здесь нету выпила под старсер. Вот тут внизу нету выпила под старсер. Маленько от другой модели видно цилиндр. Вот они. Вот эти ребра надо спиливать. Не дают одеть цилиндр. Эх, дубль два. Ребра я обрезал. Пробуем вставлять козла этого. О, пошел. Главное не торопиться. Башмачок. Башмачок. Вот так. Оп. Цепь. Ставим вот так. Прокладинка. Голова. Шаёвочки. Ну и все на сегодня, я думаю. Итак, провозился долго с этим пальцем. Короче, дособеру завтра и заведу. Вот так вот. Все, пока на сегодня.